Всем привет, с вами канал Артмания. И у нас видеообзор дачи июля. Здесь уже такие у нас большие яблочки стали. Зелененькие еще пока. Здесь, в принципе, ничего особенного за месяц такого прям не произошло. Единственное, у нас болела груша очень сильно. И даже многие груши стали отсыхать уже. Чуть-чуть бабуля ее побрызгала. В принципе, вот они, груши начали расти. Она потеряла довольно много груш. Их, конечно, было больше. Сейчас вон там вот три штучки висят. Здесь вот на ветке прям вот несколько штук висят. Ветки очень тяжело. Вот, хоть я и ходила, и убирала лишние. Но все равно болезнь ее была, то, что с листочков летела, типа как смола какая-то, что-то липкое на всех листочках. Так она уже у нас однажды болела несколько лет назад. Мы ее чем-то там, бабуля ее сдабривала, брызгала. И вот снова. Ну, слава богу, она отошла. Да, вот с этой стороны даже, я смотрю, груши есть. Уже в следующем месяце, в августе, мы начинаем их есть, пока они зеленые. Они очень вкусные. А когда они уже созревают, они уже сразу портятся очень быстро. Так, ну, малина у нас также везде. А поскольку тот участок продали, то малины мало стало. Гораздо меньше. Виноград зато здесь. Сейчас я вам покажу. А вот он. Вот они. Кисточки винограда. Так он продолговатый. А вот он, в принципе, маленький. Ой, упала все-таки. Сейчас покажу. Вот такая вот она была. Вот он был такой маленький. И вот он какой стал. Уже где-то в августе, в сентябре, в начале сентября можно будет уже его кушать. Первый раз, когда он у нас вырос, был без косточек, а последующие года уже с косточками. Вот. Также здесь у нас крыжовник, смородина черная. Сейчас подойду поближе. Где-то... А, где же? А, нет, вон там, что ли, где я крыжовник видела, не помню. Здесь у нас, кстати, живет рыбка. Сейчас я с другой стороны покажу. Так, ну тут у вас, конечно, через камеру я ничего не увижу. Наверное. Но она где-то... Вот тут вот. Где-то вот как раз вот под моим пальчиком. Сейчас я вот брошу такую штучку. А, не поплела. Она уже привыкла. Какой-нибудь камушек бросить. Ах ты, не плывет она, не хочет. Вот мама. Сейчас еще и... Вот она, вы ее видите. Вот она. Опа, поплыла. Вот, господи, что тут еще? Вот, короче, там живет у нас рыбка какая-то. Где-то я крыжовник еще видела. Не помню, где уже. Так, ну вот у нас крыжовник смородина. Крыжа смородина. Такие вот, они кислые. Хрен у нас там, жасмин, сад. Там, кстати, вот тоже я взяла хрен около груши. Он какой-то прям такой совсем странный. Такой. С этой стороны его прям засушить можно. Особенно вот с этой стороны, прям такой красные, кровавые такие, как вены, как будто.
такой необычный. Болеет, видимо. А вот здесь мы сделали часть огорода. А вот тут у нас тыква внизу. Здесь тыква, в газоне немножко есть тыква. Здесь у нас смородина всегда была, малина. А вон крыжовник, нашла ее. Вот здесь у нас крыжовник. Соседи там еще пилят. Вот здесь у нас дрова переехали, сюда мы сложили. Дрова жгут, ой, эти, соседи жгут траву, у нас все мутно, дышать нечем, я начинаю уже задыхаться. Обычно у нас все соседи знают, что днем жечь нельзя в жару, потому что просто задохнутся все. Так, здесь у нас тоже растет маленький огородик, свекла, клубника также, помидорки вон там. Домик стоит. Вон, видите, ой-ой-ой, там кошмар. Я лежала сейчас на диване, отдыхала, просто задохнулась. Меня прям даже в горле запершило. Все на нас летит. Тут помидорки. Тут дом соседи строят. Такой вот. Тебя прям за деревом было не видно как раз. Тут герань. А еще я деревья, кстати, лечила. Был отдельный ролик на эту тему. Прошлогодний, в каком-то влоге я говорила. Вот, но он что-то немножко, надо еще его подмазать. Что я его запустила, и смола все равно протекала сквозь глину. Вот она здесь тоже, все это очень хорошо, отчетливо видно. Димка приехал. Вот, ну, в принципе. Сейчас он уйдет. Да, давали, кстати, воду у нас. Все полили мы. Здесь тоже яблочки. Жигулевская. Здесь вот тоже забор, кстати, соседи поменяли. Не помню, говорила или нет. Наш забор к нам поставили. Мы его распилили на досочки. Тут у нас красная смородина растет. Ее уже, кстати, обобрали. Черная смородина. Тут у нас укропчик стал расти. Поскольку у нас на той даче много было посажено. Потом верно помню. Вот. Давали воду, поливала бабуля клубнику. Малина еще вот в этом углу есть у нас. Горошек. Тут у нас горошек. Тут у нас горошечек. Надо собрать, уже ели, кстати. Пусто. Петрушка. Здесь у нас было всегда цветы росли. Теперь тут петрушка растет. Или кинза. Здесь мой сеновал. Тут, кстати, кабачки мы уже ели. А, ну вот, есть зелененький, темно-зеленый, а там светло-зеленый был. Мы уже съели. Вот, видите, его надо переворачивать. Здесь это остается сырая. Ворошить надо. И потом он станет таким же. Если не ворошить, тогда он гнить начнет. И будет как компост, которым потом поливать можно. Вот так вот примерно. Так, тут у нас ели две стоят. Облепиха растет у нас здесь еще есть.
На том участке было очень много. И, в принципе, здесь есть. На том участке было очень сладкое, оно крупное. Здесь посмотрим, какая будет. Тут тоже, в принципе, раз, два, три, четыре, пять деревьев. А вот и шишка, кстати. В последнее время стал сбрасывать шишки. С этой стороны красивая, а здесь не очень. Вот ракурс с этой стороны сада. Уже середина лета. Скоро собирать будем плоды наши. Вот. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Сейчас я иду.